Он проснулся и повел команду вперед. Сербский форвард баскетбольного клуба «Нижний Новгород» после неудачной игры в Казани сумел раскачать трибуны Нагорного во втором матче четвертьфинальной серии против «Уникса». Именно восьмой номер горожан открыл счет в этой встрече. Именно точные попадания Стевана Еловаца в ключевых моментах позволили черно-белым вырвать победу у команды, которая в этом сезоне горечь поражения знавала только в играх против ЦСКА. Еловац набрал 29 очков, и, несомненно, именно он стал MVP этого матча. Но не забываем, что баскетбол – это командная игра, и в этом успехе, несомненно, есть заслуга каждого игрока. Те же Одум и Григорьев внесли весомый вклад в победу над казанцами. Хотя справедливости ради стоит отметить, что поначалу Нижний выглядел не очень хорошо. 13 потерь за первые 20 минут и 32-38 на табло Нагорного – лишнее тому доказательство. К счастью, после большого перерыва хозяев площадки словно подменили. Возможно, на них подействовала самая короткая речь в сезоне от Зорана Лукича. В раздевалке главный тренер горожан был немногословен. Цитата. «Если наши разыгрывающие будут так играть, нам нечего делать на площадке». Конец цитаты. Этот спич взбодрил нижегородцев, и они сумели вырвать победу у грозного «Уникса». Как итог, 1-1 серии до трех побед. И уже сегодня, 28 мая в 20 часов, БК «Нижний Новгород» проведет последнюю домашнюю игру в сезоне. И ее, несомненно, надо выигрывать. А для этого нужна помощь трибун. Так что все на матч. Григорий Ожигин, «Объективно спорт», ННТВ.